Сколько людей приедет покататься на лыжах в Сочи в течение зимы, специалисты пока прогнозируют осторожно. Количество отдыхающих может достигнуть 1 000 000 человек. Но уже точно известно, провести новогодние праздники здесь планируют 180 тысяч человек. Отели горнолыжных курортов города забронированы почти полностью. Обеспечить качественный отдых туристов – задача всех городских служб. Особенно важен вопрос транспортной логистики. В прошлом году на дороге в Красную Поляну то и дело появлялись заторы. Особенно в новогодние праздники. В нынешнем году такого не будет, уверяют власти. Уже готова схема парковок, определены места разворота, посадки и высадки пассажиров. Добавляется парковка на 600 мест в районе финишной зоны ГЛК «Розахута». Курортом «Розахута» размещено стационарное ТПИ на развилке дороги 21-23 Олимпийской программы, там, где Форт Эврика. Контролировать ситуацию на дорогах будут сотрудники ДПС и волонтеры, а в помощь им информационные табло, которые установят вдоль дороги уже в самой Красной Поляне. На них будет указано количество свободных мест на парковках, но все же оптимальное решение добраться до горнолыжных курортов – общественный транспорт, которого в канун новогодних праздников станет больше, как автомобильного, так и железнодорожного. Власти курорта призывают гостей Красной Поляны отдать приоритет именно ему. Еще одна важная задача – не допустить дефицита услуг, как это было в прошлом сезоне. Многие, скажем, наши сочинские предприниматели почему-то считают, что ну ничего, те отдыхают, и мы будем отдыхать. Я так понимаю, что все должны понять, что город праздник как раз и для того, чтобы зарабатывать в праздничные дни. Продуктов и напитков предстоящей зимой должно хватить на всех. Склады предприятий будут заполнены заранее. В усиленном режиме будут работать и все сферы услуг – магазины, рестораны, салоны красоты, химчистки. Они готовы, если есть необходимость, по звонку, по необходимости выезжать со своим пунктом приема заказов, брать заказ, брать вещи. И в зависимости от сложности произведенных услуг, от 40 минут до суток они готовы производить эти работы. Всю информацию о необходимых услугах, экскурсионных предложениях или развлекательных программах туристы смогут найти в специальных памятках, которые будут разработаны к открытию зимнего сезона. Галина Захарова, телекомпания ФКТ.